ходе гастролей молодежного театра, которые запланированы на 3 дня, кокшетауские зрители с удовольствием посетили сценические постановки по сюжетам известных произведений. Одну из них – мюзикл «Жебек». В сюжетной линии отображаются сильные чувства между Тулигеном и Кызжебек. Разыгрывается соперническая сцена между Бекежаном и Тулигеном. Спектакль приобрел новый характер, но его значение и содержание от автора Габита Мусрепова сохранено. Кокшетауские зрители особенные, внимательно слушают, смеются в юмористических сценах, очень воспитаны. Это здорово, хочу выразить благодарность. После гастролей мы отправимся в город Нур-Султана и 20 числа текущего месяца откроем 13 театральный сезон. Затем фестиваль продолжится в Караганде с мюзиклом «Жебек». Стоит отметить, что в репертуаре театра «Жастар» около 50 спектаклей. Один из них – обновленный вариант лирического произведения «Кызжебек». Режиссер постановки, в которой отображается культура и ценности народа, заслуженный деятель Казахстана Нурканат Джакыбай. Зрители с нетерпением ждали встречу с ним. Я сам учусь профессии актера, никогда не пропускаю новых спектаклей, представленных в театре и гастролей известных трупп. Это оказывает на меня большое впечатление. Весь спектакль описывается реальная жизнь. Театр, можно сказать, мой второй дом. К слову, театр «Жастар» впервые распахнул двери при поддержке столичного акимата 5 июля 2007 года. Тогда на сцене был поставлен спектакль по произведению Чингиза Айтматова «Чингисхан». В течение 12 лет труппа принимает участие в различных республиканских международных фестивалях и конкурсах, а самое главное, радует полюбившую ее публику. Анель Бисенбаева, Тумарым Бабасанова, Шукан Таукеев, Кокши Акпарат.